Всем привет, друзья! С вами Неломоб. Мы продолжаем проходить игру под названием Happy Few. Дополнение про рок-звезду, про Ника. Итак, мы маленьким человечком сейчас стали. Нас превратили с помощью пилулюль, наша бывшая жена. И теперь мы видим, что мы находимся в его комнате. Под этими веществами еще плюс еще уменьшились. Нам нужно теперь найти какое-то специальное... специальные антипилюли, которые бы нас... превратили бы обратно в большого-пребольшого Ника. Так, а куда же нам тут... Ой, диван. Тут куда нам дальше? Может, надо на стол туда лететь? Только боюсь, что это будет, может закончиться печалькой. Может, на подушку заползти? О, тут есть какая-то вон... на фортепиано. Наверх вряд ли. Наверное, эту штуку надо с нее туда. Хотя, я даже не представляю. Может, потом на провод зацепиться? Или сразу же на пианино? Пробую пока что прыгнуть. Нет, тут вряд ли. Наверное, под водой это вот кассетник. Наверное, надо на пианинка. Или на подушке дальше лезть. О! Опа! А тут не получается запрыгнуть. Куда? Наверх? На колонку? Ай! Я туда провалился под подушку. Закарабкался. Пробую. Вперед! Ой! Туда он не цепляется. А нет, залез все же. О, еще выше получилось. Теперь что мы видим? Отсюда ли я пришел? Нет, кажется, я туда прыгнул. Наверное, нам нужно сюда лететь. Оп. Так, это что такое? Пилюльки. Теперь другое дело. Идите к Нике. Мои маленькие красно-желтики. Ой, ударился слегонца. Ты изменщик, тебе нравятся только те пташки, которые не знают тебя настоящего. Проявили меня больше не зовут. Куда она меня бросила? А я наконец-то превратился уже в себя родного большого, нет? Не то, чтобы я хотел спать с этими пташками. Фанаты ожидают этого. Фанатов нельзя разочаровывать. Он изменял своей жене. О, какой негодяй. Так, а где это мы оказались? Ага, нас перебросили на эту сторону, мы оттуда пришли. Нам в эту дырку, значит, надо. Понятненько. Все, мне теперь стало понятненько. Ну, пошли дальше, в следующую локацию. Ага, снова такие вот... Можно пробежаться по этой штуке, наверное. Конечно, никто не знает настоящего Ника Ладберера. Даже он сам. Он усердно пытается забыть. Сам себя пытается забыть. Именно употребляя различные вещества, он пытается себя забыть. Ну, тут всякий алкоголь, какие-то пигулки. Джой. Типа... А вот и жена стоит. Значит, нам надо на эту желтую штуку, наверное, сейчас. Куда меня? На столе какой-то очередной. Ага, это кухня. Любопытный факт. В молодости не хотел стать поэтом. Сочинял, значит, какие-то стихи. Скалка, горячая плита, которую, скорее всего, мы так просто не обойдем. А как мне? Через стаканы? А, вот, полка наверх. По плите ясно и дело, что по горячей нам не получится пройти. Наверное, здесь надо сюда, на книги. Вот опять вот ноты, музыка. Это чай, похоже. На книги цепляемся. А, это стопка журналов. Журнал «Модница». Особый выпуск. Ник Ладберер. Позолоченный бог рок-н-ролла. Каждый хочет быть Ником. Зажги в нас свет. Ник о том, что делает его счастливым. Викторина для самых преданных поклонниц Ника. Девушка-загадка. О ком последняя песня Ника? Не знаю, кому там песню сочинял последнюю. Это девушка-загадка. Викторина еще там в журнале какая-то. То есть мы играем за персонажа очень популярного. Очень, ну очень просто. Так, тут что-то красное. А вот пигулки очередные. На этот столик видно. Бамс. Жена охраняет пигулки. Тут надо с разгона, наверное. Давайте чайку бахнем. Оп, энергического. Опа. Уии. Бомс на стол. Вы стали намного энергичнее. Так, вот они пигулки наши. От меня не так просто убежать, правда? Некоторые пташки дают мужчине второй шанс. Или третий. Нажмите F, чтобы связаться с запчастинки. Смотрите, F. Ай. О, я ей по башке. Моя жена, это мой босс. Моя жена, это мой ужас. Мой страх. Ой, что залетит в меня? Разбиваем. О! Я должен дисками теперь защищаться. Она в меня своими... Щеголь. Энергетическими своими импульсами в меня пулькает. Да.
попадаю. Попал. А как же обещание быть моим помощником? Моим помощником. Маяком. Оберегающим от скалистых... От... Там что-то... Эгоист. Ох, она ревнивая. Ох, ревнивая. Жена какая у меня ревнивая. Ты смотри. На себе. Ей немножко осталось. С моей этим... О, а ее. Надеемся, вам у нас понравилось. На выходные продаются сувениры. О, это была не она, это был какой-то автомат. На слете фанатов невозможно уединиться, особенно если он посвящен вам. Это не была жена, это был какой-то железный робот-автомат. Я по нему пулял, потому что у меня были галюны. Ох, если это была настоящая петуния... Нет-нет, я бы ни за что... No, I never. Those must have been плохих препаратов. Да, yes, плохие препараты. Плохие препараты, плохие дракс, плохие. Так, что мы тут имеем? Мы наконец-то стали... Да, это, я думал, что это моя жена. Это был какой-то автомат для выдачи... что такое? Читать, записка. Этот вечер было шоу, реально, как в старые добрые времена. Ты орал, скакал, сдирал с себя штаны, без впечатлений не ушел никто. Я слышал рыдания. Есть только одна проблема. Ники, ты выступал не на сцене Орфея, а в женском туалете чайной на Оксфорд-стрит. Полночи нам с отрядом сконфуженных патрульных не удавалось вытащить тебя оттуда. И насчет рыданий. Рыдал ты, дорогуша. В участке ты провел 6 часов. Таких смущенных констеблей я еще не видел. Давай договоримся, что этот... Что эпатаж только для сцены. Хорошо, Вирджил. Я знаю, что ты не можешь без желтых и красных. Это эти таблетки, да? Но, ядрена мать, не жри синие, пока те не... Пока... Те не выветрятся. А, предыдущие. А лучше принимай только радостин, Ники. С ними ты гораздо приятнее. Это мне жена, видимо, письмо такое писала. Совет такой мне на будущее. Так, хорошо. Что мы тут имеем? Советики, я разберусь сам, что мне принимать. Алло, отпереть. Чикс, открыть. Мы на улице. Ладно, ты пришел домой. Ты освежился. Теперь вспомнил прошлую ночь. Прошлую ночь? Неужели это так сложно, Ники? Ты же это написал. Чего написал-то? Но текст моих песен не слышно. Если бы я сыграл их, но это электрогитара, понимаешь, ничего не слышно. You can barely hear it. Yes. Да, если бы только ты мог. Если бы у тебя был усилитель, например. Усилитель? Это использовать нельзя. Все промокло. Не будет хорошего звучания. Won't sound right, will it? Oh, for fuck's sake! Да что ж такое? Я хочу вспомнить Вирджил. Хотя бы главное. А, Вирджил, это его, это самый менеджер. Этот усилитель не подойдет. Вирджил, будешь преследовать меня, пока я не сделаю это, правда? Так, моя гитара сломалась. Думаю, я смогу купить новый усилитель у Бейтса. Закроем дверь за собой, пожалуй. И что ж, давайте бахнем. Куда мне топать дальше? Сейчас нам покажет. Двигайся направо. Там было поддоны, на которые можно залезть. Но мне интересно, могу ли я здесь какой-нибудь секретик найти. Видимо, нет. Ладно, тогда лезу наверх. Лезем. Что пишут? Ник не твой, а мой. Кто написал это на стенке? Ник не твой, а мой. Это послание его жене? Возможно, какая-то очередная фанатка написала. Так, тебе... сдаются комнаты, приглашаем фанатов Ника. Фанатов Ника приглашают. Почтовый ящик. Обыскать. Записка. Взять все. Что за записка? Я могу ее в журнале прочитать? Жена патрульного. Дорогой любимый Ники, эта гнусная ведьма в музыкальном магазине купила все билеты розыгрыша свиданий с тобой. Так нечестно, я знаю, что ты любил меня. Если бы мы только встретились, пожалуйста, попроси менеджера отменить результаты в розыгрыша и устрой свидание со мной. Твоя страсть навечно. Пьянчушка Бёрн Джоуз. Не волнуйся насчет моего мужа, констебля. У него очень свободные взгляды, и у нас с ним взаимопонимание. Даже мужья разрешали изменять своим женам с Ником. Это какой-то ужас. Это... Ну ладно. Ну что же сделать? Рок-звезда. Ой! Пробуй кого-то загонипотизировать. Мочи их сзади, мочи их. Одна в меня влюблена. Женщина, вы моя любовь навеки. Пипа! Идите, я вас поцелую. Поговори.
Kiss me, Nick. Kiss. Go, kiss. Go, kiss. Kiss, kiss, kiss. No? Ладно, тогда мы теперь вынуждены сыграть с тобой злую мелодию. Так, тут уже констебли стоят, полицаи, охрана. А мне в какую сторону бежать-то? А ну-ка, скажи мне, Ник, подскажи. Куда мне двигаться? Фанатки мои, фанатки! Музыка для вас! Музыка для вас, мои фанаточки! Музыка! О, я звезда. Все, хватит. Какая нет. О, привет. О! Бам-бам-бам-бам-бам. Все, молчать была команда. И куда мне дальше? Сюда, в магазин? Покажи пальцем. Вперед! Как мне тут пройти? Куда мне должны туда пройти? В магазинчик? Тут же эти самые фанатки. А ну проваливайте. Говорит мне вперед. Магазин. Открыть. Ну. Закрой дверь. Они кричат как сумасшедшие. Так будет потише. Записка еще одна. Так, дорогой дневник, с каждым днем я люблю Ника все сильнее. Вот бы вернуться в прошлое, когда у него не было столько жен, и доказать, что мы с ним созданы друг друга. Как бы я хотела быть первой женщиной, которая поверила в него. Если бы я познакомилась с ним до всей этой славы, он бы поверил, что я люблю его такого, какой он есть. А ведь это так. Я же не виновата, что узнала его уже богатым и знаменитым. По сравнению с мой муженек просто зануда. А зачем я за него вышла? Остепениться хотелось, наверное. Интересно, если я брошу его и последую велению сердца, я буду очень плохой женой. Вряд ли уважающий себя мужчина останется с женой, которая любит другого. Да, я, пожалуй, сделаю ему одолжение, если уйду к Нику. Тут женщины реально все сошли с ума? Это гитары. Так, мне нужно было что-то купить у нее. Ник, то есть Бернайтер. Чем могу помочь? Найтбер. К чему это? Просто пытаюсь купить усилитель, чувак. Сильно нужен, да? А музыкальный магазин в этом городе держу только я. Вот незадача. А что ты меня так ненавидишь, помимо обычных причин? Потому что я не люблю музыкантов. Забавная штука. Вчера в парке упал какой-то тип из музыкальной индустрии, свернул себе шею. Twisted his neck right around. А это он говорит. What music, bro? Что за музыка? Газетчики свалили все на алкоголь. Но я спрашиваю себя, зачем полиция скапливается на месте случайного падения? Мне пора. Моя миссис, ее леди, говорит, что ты притворяешься плохим. Но я говорю, что человек притворяется таким, какой он внутри. Задание выполнено. Качай, поговорить. Слышали, мисс Тоббит нашла в саду снаряд. Ей повезло, что он не взорвался. Вернуться в отель. Вернуться в отель. В отель какой? Поговорить. А где этот отель находится? О, фараты пропали. Был у меня другой чесело, комиссатор его спер. Нельзя же платить за собственную выпивку. Нужно спереть его обратно. Так, вернуться в отель. Ну вот, какой-то проход есть у нас. Ник, укажи мне путь дальше, Ник. Так, тут тупик явно. Ну понятно, только налево есть проходик. О, кружка чая. Мы можем выпить ее. Могу ли я выпить радостин? У меня их 11 таблеток. А ну, пожалуй, приму одну. Ник, укажи путь, пожалуйста. Туда, а здесь что? Что-то подобрать ценное. Ух ты. On your... исповедь на коленях, сестра. Нате вам. Так, идемте туда, куда нам указывает наш памятник. Это конец, я боюсь конца. Кто там? Кто-то говорит. Уехали на слет. Какой еще слет? А кто, что за голос реально? Вернуться в отель. Ну вот я как бы потихоньку топаю, бегу. Лучше осматриваться по сторонам. Мало ли какой-то фанат сидит с ножом. О. Вернуться в отель. О, Ник. Привет. Ну вот и отель тут. А, стоп, оттуда мы выпрыгнули тогда. Я вспомнил, мы спасались. А это, наверное, отель. Это Ник Лайберт. Ой, мочи, бать, мочи. Очень много. Есть. А, меня ослепили. Фотоаппаратчик. А. Гитара перезарядка. Я теперь здесь ослеплен. Я ослеплен вашей любовью. Это ты такой гадский мужик с фотоаппарата меня слепить думал. О, залетчик, залетчик.
Так это отель, мне нужно в него войти. Да, вернуться в отель. Захожу. Его агент пропал. Кто теперь будет оплачивать счет, спрашиваю я. Администратор сказал, что заберет усилитель Ника. Возьмет заложники. Ник не сможет отыграть концерт без усилителя. Раньше Ник мне нравился, но теперь я узнал его получше. И боже, опять эта штука включена. Черт, администратор наверняка заныкал мой усилок у себя в кабинете. Мне нужна маскировка, может участвовать. Ник, он просто двойников Ника? Нет. Они поймут. А может, и не поймут. Скорее всего, что я двойник. Я не настоящий Ник, я двойник. Я всего лишь двойник. Так, он что-то указывает нам? Открыть. Говорят, что нам туда. А здесь что? А вот и костюм какой-то. Тут заперто. Игра стала очень линейная. То есть тут нету таких вариантов, чтобы ты куда-то пошел не тем путем. Ты всегда будешь идти... Ты всегда будешь на верном пути. Так. Куда бы ты ни шел, ты всегда вернешься в нужное место. И это хорошо, потому что, вспоминая, напевает первые строчки песни. А, что за мелодия? Тут уже какая-то раз... Ага, я думал, развилка, ага, нет, тупик. Потому что, вспоминая первые три эпизода, когда мы играли, то там было совершенно свободное пространство огромное. Форма коридорного. Да, вот и решение. Никто не замечает. Really не знает коридорных. Это немного грустно, sort of заставляет really. Задуматься о решениях, принятых в жизни. Так, ну мы должны эту форму одеть. Я так понимаю. Коридорного. Форма коридорного. И еще и ключ коридорного у меня есть теперь. Заказать бесплатный кофе. О, можем сразу же его, наверное, и выпить. Можно еще заказать? Нет, одна только батарейка. Так, мы можем выходить. Плюс отпереть, у меня есть ломик. Так, здесь у нас записок нет, журналов нет, ничего нет, к сожалению. Туманный Джек, никому не говори. Поднимается паника. Боюсь, сэр, эта информация не подлежит публичной огласке. Какая информация? Здравствуйте, а вы только не говорите мне, открыть заклинило. Тут тоже нету прохода. Надо аккуратненько пройти, поговорить. Именно так. Роджер, Роджер, Роджер. Так, ты мне укажешь путь, Ник? Туда. А, хорошо, я знаю. А здесь? Я посмотрю. Заклинило. Там какая-то сумка, и она блестит. Мы, наверное, как-то потом сюда попадем. Когда обойдем это все дело кругом. На всякий случай, надо избавиться от администратора. Может, получится вызвать его по громкой связи. Я бы хотел, чтобы не было огласки, если понимаете. Нельзя допустить панику. На самом большом уикенде города возвраты нас погубят. Так, а как мне сделать этот вот вызов, который... Отпереть. Погромко... О, вот какая-то... О, кассеты, кассеты, диски какие-то. И, собственно, громкая записка. Уважаемый констебль, пишу вам из настоящей осады. Если кто-либо из толпы бешеных фанатов Ника Лейдберера найдет мои записи, боюсь, они разорвут меня на части. Но я больше так не могу. Никому не пожелаешь такой судьбы. Безнадежно. Порванная обивка, забитые лифчиками стойки, литры блевотины, от которой с трудом чистят ковры наши уборщики, горы пустых пузырьков от таблеток, и это только в люксе «Страна чудес». Ежегодно я и мой несчастный персонал подвергаются разрушительному и неудержимому урагану гедонистического разгула по имени Ник Лайтберер. И каждый год в одно и то же время его менеджер полностью оплачивает счет, включая компенсацию ущерба, после чего я могу лишь молча скрипеть зубами. Но однажды Лайтберер проколется, я это знаю, и когда это случится, я верю, что вы придете на мой зов и обрушитесь на него всю мощь закона. Мьюриэс Дэвис, администратор отеля Авалон. На меня жалуются! Так, давайте позвоним. На меня жалуется, что я сильно большой дебошир и... Так, что-то я включил внимание, администратор. Включаю до ее происшествия. Фанатка застряла в вентиляции. Ваша вина, если честно. Была-была, сидела там в первой серии. Your fault, really. Пожалуйста, вытащите ее. Please get her out at once. Таким голосом грубым, типа не я, типа не Ник. Это впечатляет его на время. Ты чё, знаешь, может, когда всё закончится, мне стоит стать актёром? Ты и так суперзвезда. Какой ещё актёр? Так, что на то?
Таблетоса есть. Возьмем радостин. Он нам хпшку заполняет. Прочитать записку. Ха, наконец-то я поставлю Ника Лейтберера на место. Никаких ему больше да, сэр, и нет, сэр. Пусть сам теперь зовет меня сэром. И этот-то будет играть концерт без усилителя. Я знаю, Бейтс ему новый не продаст. Он любит Ника не больше моего. Ха. Но сотрудникам доверять нельзя. Там сплошь фанаты Ника. Спрячу усилитель у себя в комнате. Туда работникам не пробраться. Жду не дождусь, когда этот щегол приползет на коленях. Так, найти усилитель в кабинете администратора отеля. Так, а где и как мне теперь в его комнату попасть? Так, плакаты. Ну, должна быть сейчас, по идее, какая-то указалка. А вот палец указывает мне. Какая-то дверь новая. Ты мне покажешь новый путь? А, двери открылись. Вот они. Так, я не... О, коридорный, вот ты где. Нужно отнести сумку констебля Тернера в его комнату. Да, сэр. Вы слышали о фанатке, застрявшей в вентиляции? Может, кто-то из начальства должен найти ее? Носишь эти глупые усики Ника Лайтберера? Sir? Это не по правилам, сбривай. Мой персонал не должен вести себя как этот наглый, ни на что негодный. Да-да, сэр, сначала отнесу сумку констебля наверх. Сэр, не буду напоминать, что в нашем отеле полная конфиденциальность. Ты не должен заглядывать в сумку. А что же в сумке констебля? И запоминать все, что увидишь в комнате. Не беспокойтесь, сэр, у меня ужасная память, просто отвратительная. Тогда можешь идти, я лучше разберусь с этой фанаткой вентиляции. Так, сумка, вот она, вижу, подобирать и сразу же виски возьмем. Чаек бахнем? Давайте, чтобы мы были более энергичными. Так, теперь надо понять, куда мне двигаться дальше. Тут всякого... О, бежит наверх куда-то, тут стрелочку мне показывают. Но здесь ведь можно что-то еще найти. Так, администратор, с прискорбием заявляю, что у меня есть подозрение на несчастную игру. На нечестную. За эти выходные пропало 6 участников конкурса двойников Ника. Заверение персонала в том, что все двойники... заверения. Все двойники скрылись из отеля с постояльцами, не выдерживая никакой критики. Полагаю, кто-то пытается повлиять на результаты конкурса двойников Ника. В прошлом году я занял 4-е место и вполне обоснованно опасаюсь за честность соревнований и собственную безопасность. Обеспокоенный двойник. Так, значит, они даже берут тех двойников, которые пытаются... Миссис, поговорить. Вы здесь недавно, или я просто запамятовал, что со мной такое бывает? Так, вниманию фанатов Ника. Строго воспрещается проникать в комнату Ника в тележке для грязного белья. Новости получше. Мисс Табита Свит приходит в себя после отбеливания. Мы желаем ей скорейшего выздоровления. Администрация. Так, хорошо. Значит, что я не договорил? А, ну эти конкурсы двойника Ника. Right as rain. Так, а теперь куда? Сюда? В лифт? Наверное. Ну я мог налево-направо еще подняться, а там поизучать. Ну ладно. Так, что мы поднялись? Опа. Менеджер. Ну хорошо, ты неправильно поняла. Ты не говоришь, как моя мама. Let me in, пусти меня, and I'll make it up я to тебя you. Порадую. Ой, you there. Эй, ты, хватит отлынивать, брось эту сумку в мою комнату. Так, подождите-ка, я не знаю, куда мне нужно идти. Ника нигде нету. Это что за дверь? Дверь люкса в отеле. Отпереть. Она меня сейчас не будет ругать? Наверное, это та комната, которая мне нужна. Но я не уверен пока. Пока что, посмотрим, что у нас есть. Читать. Доклад офицера КП Шелли. Обстоятельства происшествия прохожий сообщил о мужчине, лежащем на руках статуи Николи, находящемся, наверное, в состоянии сильного алкогольного опьянения. Осмотр показал, что упомянутый мужчина немного мертв и слегка расчленен. Почерк напоминает туманного Джека. Предлагаемое действие рекомендуется действовать осторожно в избежании паники. Осмотреть. Туманный Джек? Так он настоящий? Значит, господи, о нет, я не хочу об этом думать. Туманный Джек. О нет. I don't want to think about it. Это он убивает. Помните, только что мы говорили с вами, что двойников кто-то уносит и убивает. Кто-то их выманивает каким-то образом. Куда стрелочка? Вниз. Положить багаж. А что в середине? Мы тогда не знаем? Не, посмотрим. Так, и что же там внутри? Записка? И все?
Получено улучшение материнового струны. Улучшение струны позволяет петь серенады двум фанатам одновременно. Материновые струны. Добавлено в дневник любопытное любовное письмо. Какое, что за письмо? Мой милый и отважный Бёрнсни, ты мне нужен. Я хочу слышать, как ты шагаешь из унылой комнаты допросов по туннелю любви прямо к моему ложу. Жду не дождусь, когда твои яркие медные пуговицы сдадутся под напором моих пальцев. Только мечта о твоих нежных прикосновениях помогает мне пережить очередную порцию ужасов этого адского слета. Администрация твоих... Твоих. Так... Ну тут мы, короче, понимаем, что существует какой-то бандюган, который уничтожает... Посмотреть лампу. Опа! Тут есть тоннель любви, соединяющий эту комнату с комнатой администратора, верно? Тоннель любви. Запереть. Заперем. Запрем. Что за тоннель любви? Бамц. Куда оно меня выведет? Что за туннель любви? Бездонная яма. Не совсем то, что ты ожидаешь увидеть в первоклассном отеле. И что же здесь мне делать теперь? Трубы, много труб. А, надо перепрыгивать, скорее всего. Оп! Так, тут тоже нужен прыжок. Опа! Далее. Правильно я поступил, что я пошел сюда? Наверное. А может быть, это, кстати, было все задумано. А может, там были еще какие-то варианты. Но этого мы уже сами, наверное, не узнаем. Так, вот тут надо туда приземлиться, скорее всего. Оп! Ай, не ударился. Все под контролем. Оп! И присаживаемся. Так, ну ползем. Открываем. Что ж, ладно, я ухожу. Кто там? Ой, Мишка. Так, могу закрыть. Улик не было. Господин администратор. Так, это что такое? Усилитель, я его нашел. Мой сухой усилитель. Проверка звука. Звук отличный. На туфлях моих трава. Парк, мне нужно в парк. На туфлях моих трава. Радостин, удерживайте левую кнопку мышки, чтобы выдать оглушающий пронзительный запил. Так, а вот радостинчик. Так, ноты нас не интересуют. О, виски, вот это интересно. А чё я не могу подобрать кофе? Медвежонка, я хочу забрать медвежонка. Администратор любит твоего маленького медвежонка. Дай мне его. Нельзя. Так, это у него свой цезарь. Так, отпереть, открыть. Ох, нет, как сожалению, я не могу остаться. Прости. Чтобы сбросить фанатов с ног, чистки снижаешь записку. Надо еще удерживать их, чтобы сбить фанату. Бам, с ног сбил. Ай. Так, двух я. А теперь делаем запил. Бам. Это надо добить можно. А эти толкаются друг дружно. Бом. Все, я всех перебил. Хорошо. О! Выжил. А вы чего тут? Что он делает? Запил. Запил хочу. На! Не работает на них запил. Так, это не открыть. Хотелось бы мне встретить с туманным Джеком. Вряд ли он такой ужасный. Говорят, он выпускает шишки, кишки и натягивает их на чертовы гигантские статуи. Или струны. И типа лестницы. У вас никогда не закончатся золотые... Похоже, мне придется выходить через главный выход. Внимание постояльцев, если вы случайно отправитесь на свидание или вышли замуж за двойника Ника, свяжитесь с администрацией слета. Я это уже читал в какой-то записке. И что тут у нас что? Открыть, закрыть. А что это за... А, я туда вылез, типа. Понял. Нам говорят, что нам сюда. Ну могу ли я тут еще поизучать что-то? Видимо, не стоит. Идем. Какой-то голос. Тут как будто бы завязанный. Ну ладно. Ник, куда мне? В эту сторону. О, мы вернулись. Обратно в холл. А ты мне подскажешь, куда дальше идти? Поговорить. Сюда. А, главный выход. Ну, верно. Выйти из отеля.
Все, что нужно, это гитара. Три аккорда и правда. Хорошо. Вы выбрались. Найти улики. Отправиться в парк отеля. Найти улики. Еще немножко. Это место. Так, бегут. Одну мы сейчас зачаруем. Пускай они друг дружку бьют. А ты мне скажи путь, куда мне двигаться. А мне тут в ту сторону. Тихонько. Всё. Если я заряжусь, то смогу найти улики. А, заряжусь. Надо в парк ему выйти, чтобы зарядиться. A guitar pick? Медиатор? Was I? Я no. был? Нет, может быть. Could belong to anyone. Кто-то другому? Не понял. Медиатор. Ника. А как оно открылось? Я просто поиграл возле ворот, и оно почему-то открылось. Я не понял. Я боюсь. Слушай меня, я боюсь конца это конец. Там в тумане что, голоса? А это так же я могу открыть? Хочу найти улики. Не вскрывается. Кто там стоит? Не знаю, кто там. По-моему, там никто не стоит. А это что? Снова двоечка написан. Не открывается. О, я правой кнопкой понажимал правой кнопкой, и ворота открылись. А смотрите, место преступления. А где было место преступления? Тут? Вот оно, Вирджил! Господи, он мертв! Офигеть! О боже, я вспоминаю! Что он вспомнил? Таблеточки. Что произошло тогда? Один день из там чего-то. Все ничего, теперь я знаю, что... На туплях моих трава. О боже, с тесаком. С мачетой. Кому-то там отрезали. Что-то. И смех зловещий. Неужели это я сделал под таблетками? Да быть такого не может. Барда в комнатах отеля злит работников. Офигеть, получена записка. А ну-ка, давайте прочитаем. Ох-ох-ох, мне все это приснилось? Надеюсь. О, жена? Это жена? Надеюсь, мне... Прошу, не будь крысой. Ник, крыс. Господи Иисусе. О, привет. Можешь говорить слегка тише, милая? Я спала с Ником Лайфером. Да, спала, детка, вообще. Я не помню ничего такого. Ну да, я пробралась в твою комнату, но кажется, я уснула, дожидаясь тебя. Так ты не знаешь, где я был прошлой ночью? Я пыталась не спать, правда, но стало так поздно. Я надеялась, что ты напишешь мне песню. Песню? Ты написала ее для меня? Когда я написала эти слова, пока я спала, это был не сон. I can't see anything. Надо уходить, а то кто-то меня увидит. Я надеюсь, что повеселее. Типа, крути, скажи мне, когда, детка. Как я вообще тут оказался? Я обожаю эту песню. Ясный ум. Слушай, неважно. Назовешь ее для Белинды. Меня так зовут. Белинда. Сегодня стоит отказаться от веселых таблеток. Мы даже не перепихнемся. Заплакала. А ну, куда, чего с ней? Она ушла? Надо сходить в бар отеля, может, в голове прояснится. Она где-то плачет, я не знаю. Я могу на гитаре брынкнуть, а могу глянуть еще записку. Какая-то у меня есть, вот. Не видно низги, в тумане шаги, но мисс Бара, я слышу его жуткий стон. И это совсем не сон. Фух, с этого момента мы продолжим нашу следующую серию. Вот мы пойдем куда? В бар нам нужно будет отправиться. Ну и тут, конечно, тоже все обшастаем, посмотрим, что да как. Спасибо всем за просмотр. Мы играли в дополнение игрушки We Happy Few про Ника Белберера. По-моему, так его фамилия. С вами был Ниломоб. Всем пока-пока.